Нет еще сезона на Кипре. Только все начинается. Хорошее море, но людей нет. Температура так градусов 27-25. Ветерок. Ресторан греческий на самом берегу. Море всегда вызывает воспоминания. Сейчас только были партнеры из Украины, я с ними разговаривал. Рассказывал, что когда-то лет много назад, когда я был военным моряком, здесь под Кипром стоял наш корабль, и мы ловили здесь рыбу, скумбрию, на удочку. Удочка, спиннинг, 10-12 крючков. На крючках никакой наживки, просто красная ниточка или тряпочка. Тяжелый груз и в глубину 30 метров бульк. И вот сколько туда идет, и потом сразу же обратно. И вот сразу же обратно крутишь этот спиннинг. И вот это незабываемое ощущение, когда живые существа, рыбы, бьются в надежде освободиться с крючка, 12 штук, потому что сколько крючков, столько и рыбы, тут же сразу. Вот это известное каждому рыбаку чувство, ощущение, когда ты тянешь рыбу, и она борется за свою жизнь, это самое ценное, что есть в рыбалке. Короче, как наркотик. Вытаскиваешь эти 12 штук, они бьются, такие вот, ну, не знаю, хорошие скумбрии такие, блестящие, тверденькие. Не замороженные, как нам дают в магазине, а свежие. И ты их сбрасываешь, снимаешь с крючка и скорее-скорее обратно в воду эту, этот самодур называется. Бросаешь туда опять. И как только дошло до глубины 30 метров, ты уже знаешь, что есть, они уже на крючке, их нужно опять вытаскивать. И так конца и края нет. Ты стоишь уже по щеколотку в рыбе, и количество если растет, и растет, и растет. А потом рыбаки, моряки отрезают брюшки, солят, вялят, а рыбу забыли. Даже не хотят возиться с ней. А потом кальмаров ловят еще. Такой из фольги цилиндрик, на конце такая из крючки такие, вот так. И тянешь крючками вперед эту вертящуюся и искрящуюся от алюминиевой фольги устройство это, кальмарница, на леске рывками. И кальмар, привлеченный блеском этой золотинки, алюминиевой фольги, хватает ее и ему кирдык. Вытаскиваешь на палубу здоровенного кальмара, и он выпускает на палубу, прямо на желтые выдраенные доски деревянной палубы, выбрасывает такую фиолетовую струю. Долго потом эта струя, этот фиолетовый след остается на палубе. Вот здесь, в 1976 году, вот тут, видели мы Кипр с борта корабля. Сколько я видел красивых берегов, на которых так никогда не ступила моя нога. И в Индийском океане, и в Атлантическом, и в Тихом, и в Средиземном море, и в Черном, как вспомнишь. Теперь я предпочитаю смотреть на море с берега. Вот меня сейчас грек местный угостил. Вот это вот называется, никогда в жизни не пробовал, он мне рассказал, что нужно вот эту соль взять. Вот этой, в этой рюмке текила холодная, не знаю, что такое текила, никогда не пробовал в жизни. И лимон. Нужно облизать вот это место на руке,
так вот сделать его мокрым. Потом посыпать туда соль. Эту соль слизнуть. Потом выпить эту кактусовую водку, которая называется текила. Я не пью вообще-то. А потом залить это лимон. Вот это сочетание внутри текилы, соли и лимона, говорят, так греки рассказывают, и дает тот самый эффект, о котором рассказывают знатоки этого дела. Завтра мы уезжаем в Украину, домой. Закончена работа. Можно попробовать текилу, наверное, хотя не знаю. Но грек говорит, что будет неплохо. Большого количества людей сэкономит на этом деле, будет богат. Подумайте об этом. Всего доброго.